просто пиздец. У нас легион забей. У нас морта 34% винрейт. А нет, 38%. Ну, нормально поставлю. Ковчик дрочит там микрофон. Нормально, нормально, нормально. Мутишь мутки, нормально. Рэп что? Рэп пока заебок. Ака 47 в муте сидит. О, ясно. Пошел на лайн. Легион, все ясно. Так, а у легиона нук, нук, какой, сколько у нас тут? 58 у легиона винрейт, может джибош. Он пошел на мой. Так он джибош. Вова, у тебя есть на вебке микрофон, пользуйся им, тупая тварь. Так слышно, как он там что-то пишет и дышит? Шип-шип. Не, дышит, я не слышал такого. Не, не слышал. В этой морте я буду пиздить фарм, так как она 30 генерит. И бей. Она еще и нахуй так. Паскуда, охуел. Пизда, бля. Ебать. Я трупом укатился. Без гуми. Да ебана имба, блядь. Два скилла, 10 астык сделал, и все, у тебя пиздец, нету мана. Ну, сильный герой, не спорю, да. Мана есть. Да это им пиздец. Да у тебя все имбы, просто сильный герой, что такое. Но он вначале сильный. Героев, если там можно просто блять, он вначале сильный, на потом он сосет. Ну вот эти вот, нахуй вот эти вот всякие визажи. А если ты знаешь то, что тимбер сильный. Создал, если ты знаешь то, что тимбер сильный, все. Просто не лезь к нему и все. В чем проблема? У них больше не пикает. Визаж, он более для команды, в пабе он нихуя не актуальный. Так и этот тимбер тоже везде он. Просто везде вставлять все. Блять, да идите нахуй. Куда? Да блин, если ты сука тупая. Да пиздец, он дамажит нахуй. Ебанутый вообще. Ну на каждой имбу есть своя имба.
Нормально она добивает. Где ебанутый легион там? Что ты лайф срал, значит у тебя не самый лучший, хотя все равно, ну все такие не это. На 2-2 чё счёт? Ну ты не, вы не фармите. Может и фармит. Ой, она фармит, она ни одного клинка ещё. Она легиона только фармит. Я лайн могу срать и нафидить в начале и все равно будет. Да это понятно, нет, имеется в виду вообще потом. Так, ну, не полностью ебашь. Все равно проблема будет для вас. Короче, не изикатка будет. Чизи пиздец. Да ты въебала в глаз получше. Потом второй и нормально. Прилетел и полетел. Да куда, ну куда, ну куда? Бля, была бы мана, сука. Но ищет меня. Уж на базе регени сейчас ищет. Он тебя урна не хочет подхилить? Видно, меня особо. Чего? Рада видеть тебя. Сука, я только в тебя буду блудласт кидать. Как будто они кидаются рандом ебан. Я уебашу. Ладно, шмара. Нагор
Да ебанулся, блядь. У нас дано пиздец, Джаггер. Не ультанул, блядь. Ульт был, не ультанул. Может, маны не было? Была 200. 220 там даже. На город наших братьев на память. Да блядь. Кого вот он нагнет? Кого нагнет? Я не понимаю. Чё он делает? Блядь, да ну нахуй! А? Как так-то, блядь? Ладно. Пиздец. Спугна бомбит. ДЦПшниками называют всех не один раз уже. 50% инрейд. Да какого хуя не летит-то, блядь? Блин, больно. На город наших братьев напали враги. Полетела. Нормально. Ему вообще похуй. На бласт прям под этим шаром. Ебать вас там. Дед походу догон поедет. Хотя может и нет. Я в теме, вот смотри, самый полезный. 5 ассистов, 4-4. Еще будет не полезный. Ну я наверное фидил там на лайне немножко, да и не фармил. Регион Латарщина, что ли? Потрясающе. Ну так а чё ещё мы с Светланой на регион? О, акция. Вот это прикол. Нормально. Вот это можно выложить, в принципе.
Да обычный, как бы особо нет. Ну красиво, красиво. Падать надо было, если бы там никого не убили, сколько. Если бы я там рампашку сделал, надо было выложить, а так. Блять, ебать, тучка сносит, ебануть. Только не дубль, а думбль. Где этот пизда? Ебать. Похилил меня. Оракл меня похилил, пиздец. Он тебе снялся, потом хилит, да? Сможете хилить? Да-да. Так он меня почти больше пол хп мне подхилил. Алхим фармит. Уходит. Ушел, а? Нет. Ушел. Просто ушел. Тупой рак, блядь. Занесу, кажется, вон. Я как буду. Морт 1.5, говорю. Может, хоть Алхим фармит. И Легион там. Хотя у нас Джаггер еще. Легиона все еще нет Лотара. Да, Легион, но... А вообще, вот так, пол, вот так, пол, БМ. Походу передумал. У нас нормально. Ну, ясно. Сразу залетел и все как поснес. Ну чё это за дебилизм? И ванны почти не потратил. Ебать, тварь. Вот это тоже, тоже бред. Вот тоже имба бегает, тоже ебанутая рака. Имбиз есть, хил есть, все есть. Тычки там. Еще и себя спасает. Какой у него догон-то, блядь?
Пиздец. Второй. Живесь просто. О, БМ купил, лотар не стал доделывать. Нормально. Да, то он на автотаке. Я фарму очень мало времени уделяю, у меня, блядь, 25 крипов. Пиздец. Чего мне еще пизда придет? И этот дагон купил. Дагончик ебаный. Покупай тоже дагон. Морта куда пошла? Куда пошла, блин? Ты меня пугаешь? Чуть не сдохла, нахуй. Сейчас туда акция, вообще чей-то тупорылый дедок. Встал. Сам у них не куда. Он жизнь красный, как вообще дебильный сдох. Акс побежал.
1000 за него дали. Че жалко там? Ветром приедет, монстр приедет. Кто увидит, того убьет, как говорится. Это кончено вообще с нами не было. Морта супер инфарного. Настолько уровень игры тут, то что я в замесе спутал кнопки, что-то ковырялся в этом и все равно убил там. Что у тебя там, где кнопки? Я там не знаю. Один скилл пол хп снесет и другой скилл пол хп снесет. Ну нет, первый скилл 200-300 урона, нет, 250, второй 220. И все, и маны на 5 потратит это все. Блять, ну и дебильно тут да. Закуп. Ты мешаешь мне думать. Что прикажет? Здравствуй. Пугнул вас такой, пугнул, что-то более-менее. Блять, что за говно? Что могу помочь? Ну, Якс, все. Ну, варф можно оставить. Да пугна забей, дизморальщик. ХП потратилось, а игру. Блять, меня застанили в момент, когда надо было, блять, раскастовываться. А я понимал, что акцию убивать нет, в смысле нет. Раскрутится там и пизды даст. И... в кубе плюс у тебя там вроде больше всего дамага. Нет, нет, Морты же с маской. Кстати, у Морты... нет, до сих пор маска. Ебать пугнат. Нет. Классная морточка. Хочешь такую в команду? Не успеешь и глазом. Что, нормально морточка? 5 дед с этим свидели. Вот у нас дед и это. И где он? Нормальные мутки. Тут.
эти мотки. Эти моточки. Хи-хи-хи. Тоже такой сделал. Да блять. Пам-пам-пам-пам-чик. Бри-бри-бри-бри-бри. А, Егу взял. Нормально. Некр. Некр со Егой. Тук-дук-дук-дум. Ту-ду. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Сыкапчик. Я там тону буду. Сыка. Дебил, блядь. Сразу у меня. Блять. Мне кажется, мы прибьем. Да хуй его знает. Хотя так. Такая морда, конечно. Если мы хотя бы сейчас бэбл принесли. Пошел, куда пошел?
БКБ. Баны. Скуда ебана? Сейчас ты меня путь пробьешь, я думаю. Бустер, Акс. Тебя уже морта должна пробивать, а не я, блин. Но она хуй пробивает только. Кого? Все, вон сейчас съели. Сюда с маской бегает. Ну хотя она меня чуть не убила, если не промоцал. А, ебать не урон. Даже вроде и дона, но ебать не урон. Куда пошла-то? Ну кого-то он сагрил говно, блядь, мудак. Бил, где эти улетело? Куда ты пошла-то, тупая мразь?
я ёбнул ульт и все. Фул хп. Всегда фул хп даю. Но он обычно как ульт ебашит и догон хп. Да блять! Да у него ульта кончилась. Где-то вообще ноль. Ну и чё, как вам помогло гнобление? Там точил. Как вам помогло? Не, на вебку, да, он микрофон. Гнобление этого Тимбера на лайне. Заебись. Ой, Москва заговорила, вот это вот московские байки. Московские байки? Инзи Ворлд. Подольск, даже город падает, Подольск. Все там. Чего, все тут, что ли? Молчи, тварь. Он, наверное, все это время пиздел с нами, а мы-то его не слышим. И поддонок бламурный. Да, бламурный еще нужен. Сбомбил, сломал микрофон. Красава, Владимир. Давай, давай. О, кого-то там поймали. Морта, ясно, пошла нахуй. Почему у вас алхимик куча шлотов, а у нашей хуй во рту только? Запах, нет. Я и то морту перетонил, у меня 37 Ну вот, я уже после 40-й хуёв. Должны уже сейчас тащить, блядь, эти уёбки Джаггер и Морта. Ну, Джаггер более-менее. Морта вообще ничего. Да, Джаггер-то более-менее. Вот он кого бежит дуэлить, я не понимаю. Он тебя должен дуэлить, вот тебя сдуэлит и все. Он тебя как-то не дуэлит. И сдох. Гем, гем. Малый перья.
Где ты, чё, гламурный подонок, что ли? Не, если мы эту карту прибьем. Да, вряд ли. Да, забей, у нас дед такой же, как морг. Ну, блядь, у вас то не керри. Хотя, возможно, больше. У нас, соответственно, роль дано. 3.11, блядь. А почему ебашит? Не, Пугна-то вроде более-менее. Вард ставит ассистов миллион. И все, и ушли. Блять, да помоги ты мне астралом, ебачка ебаная. Все сдохли, что ли, волк? Хуеть просто. Да ебаный, блядь. Я думал, я там купил. О, первый, это вообще мономедрит.